В Актобе стартовала работа по подготовке к отопительному сезону. При этом владельцы квартир должны принять в ней активное участие. Очень важно проверять состояние труб в подвалах, теплового узла и запорной арматуры. Также необходимо вовремя промыть систему отопления и провести ее опрессовку. Только после полного проведения этих работ дому будет выдан паспорт готовности. Также хочется отметить, что мероприятие по подготовке к предстоящей зиме включает в себя не только ремонт и замену труб теплоснабжения, также речь идет о ремонте труб водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах, подвальных помещениях. От состояния всех коммуникаций в многоэтажном доме зависит, насколько комфортной будет зима для жителей данного дома.